Денис Геннадьевич, одну фразу, да. Одна фраза. Вот депутат Чернышенко выступал сейчас. Вы же не в правительство пришли работать. Вы в законодательную власть пришли. Если вы отвечаете за работу исполнительной власти в районе, пожалуйста, вакансия главы Ачинского района там свободна. Можете спокойно принять участие в конкурсе и там работать. Пожалуйста. Павел Викторович, здесь прошу. На главу я согласен города, а не на главу района. Да, на главу города.